Всем привет! Сегодня будем говорить о том, где жить хорошо, в каких ЖК вокруг 130-й школы. И помогать мне будет в этом Валерия Козлова. Валерия, привет! Привет! Спасибо, что пришла, откликнулась в очередной раз для того, чтобы сделать хорошо нашим зрителям и рассказать им, как специалист по недвижимости, какие выбрать ЖК вокруг 130-й школы, чтобы детки наших уважаемых зрителей могли пешочком ходить без проблем в эту замечательную школу. Давай, будем делать обзор, а ты как риэлтор рассказывай, где получше, где похуже, где какие фишки. Ну, в общем, теперь слово тебе. Давай сначала обозначу, о чем мы вообще сегодня будем разговаривать, а какие жилые комплексы мы взяли в обзор. Жилой комплекс «Теплые кварталы», большой жилой комплекс, много очередей. Там у нас застройку ведут сразу два девелопера, очень близкие и созвучные, это Greenwich и База. Комплекс современник, застройщик StroyTech, который находится очень рядом практически в этой же локации. B26 от SKM, жилой комплекс Традиция, застройщик Fortis. И такой необычный жилой комплекс, это жилой комплекс Allegro, Горжилстрой. Отлично, давай предположим, что я пришел к тебе с запросом помочь выбрать мне квартиру, и ты вот как риэлтор сейчас мне будешь рассказывать особенности каждого из этих ЖК, чтобы я, ну и, соответственно, зрители могли более четко сформировать представление о каждом из этих ЖК, из этих новостроек. Жилой комплекс «Теплые кварталы» – это действительно целый квартал застройки. Это бывшая заводская территория, которая сегодня преобразована. Здесь есть возможность выбрать и в поменьше этажности домах, и побольше этажности домах. Даже фасадная часть вся выполнена в таком очень теплом формате. Это всегда на себя обращает внимание. Очень богатая инфраструктура коммерческая в жилых кварталах. Будет очень комфортно жить. И хорошо обустроенное парковочное пространство рядом. Отдельно про квартиры мы тоже посмотрим. Вот как раз в теплых кварталах есть еще варианты выбрать трехкомнатные квартиры. Ты мне как риэлтор трехкомнатную квартиру покажешь, да, какую да. бы ты мне рекомендовала. Да. Что еще из теплых кварталов интересное? Это комфорт-класс, причем вот такой полноценный комфорт-класс с местами общего пользования, со всей инфраструктурой, наполнением мест этих общего пользования, как мы сегодня уже привыкли в новых жилых комплексах. И с точки зрения локации это очень быстрый выезд. Ну, то есть всегда на всех рендерах пишут, что теплые кварталы 10 минут до центра. Ну, это действительно так, мы это проверяли с коллегами. Отлично. А насколько там большой двор, удобно ли будет детям? А насколько там интересные мопы? В жилых вот этих кварталах, теплые кварталы, за счет того, что там много очередей, организованы разные пространства. В том числе есть для маленьких, для постарше, для подростков. Это прямо во дворе? Во дворе, это прямо во дворе, да. Насколько он большой? Я просто все время вспоминаю Амундсен, которые гордятся, у нас 4 футбольных поля. Слушай, ну если вот так вот хочется, наверное, какой-то широты и объема, то это тогда следующий жилой комплекс, который рядом находится, жилой Обсудим комплекс позже. Современный. Да. Но там что у нас получается? Там какие площадки? То есть в моей картине мира, значит, детская площадка – это песочница и железные качели. Тут что? Вообще нужно понимать сегодня, что все… Грибок детский. Вань. Все жилые комплексы сегодня оборудованы и зоной для самых маленьких наших жителей. И это не песочница, это интерактивные развлечения. Аниматоры будут ходить? Нет. Различные комплексы, где можно там развивать свои физические способности. Маленькие горочки, домики и так далее. Двор закрытый? В теплых кварталах, да, двор закрытый, конечно. То есть можно выпускать детей спокойно? На рендерах, как правило, видим какие-то картинки у застройщиков и заявляются различными прилагательными описанная инфраструктура и дворовая территория. Так вот здесь у нас не только дизайнерский ремонт мопов, ну то есть вот оно так заявлено изначально, это и полноценное благоустройство озеленения территории, много интересных дизайнерских мест общего пользования в виде мест отдыха, уединенных территорий, беседок, скамеечек, то есть большая территория. И опять-таки повторюсь, 5 очередей в жилом комплексе. Все эти 5 очередей будут объединены единой вот этой вот зоной отдыха. Можно поэтому будет гулять. Можно будет, да, не просто гулять, а, например, сходить к фонтану. Планируют построить фонтан в теплых кварталах. Вся внешняя часть всех 5 очередей это, опять-таки повторюсь, коммерческая недвижимость, инфраструктура, то есть наполнение будет достаточно объемное.
далеко в магазины ходить не надо. И смотри, в теплых кварталах их почему, например, часто выбирают, есть квартиры с отделкой, с чистовой. А, то есть заезжай и живи. То есть можно, да, у застройщика сразу купить квартиру с чистовой отделкой. Вот даже не знаю мне, как дизайнеру, как на это реагировать. Радоваться или грустить? Спокойно, хорошо. В чем фишка его? Он самый большой. Вот если мы говорим про окружающие 130-й лицей жилые комплексы, вот которые я обозначила, все-таки теплые кварталы – это самый большой жилой комплекс. Отлично. Но вот мы с тобой плавно переходим. Подземный паркинг-то есть? Конечно. Спасибо. Давай следующий ЖК. Следующий жилой комплекс – это «Современник», который строит застройщик «Стройтек». «Стройтек» строит давно в Екатеринбурге, у него такая устойчивая репутация как застройщика. И жилой комплекс «Современник», вот что бросается сразу в глаза, когда к нему подъезжаешь, там одна очередь уже построена, со второй части строится, бросается в глаза сразу объем и широта вот этой вот территории общей. То есть вот это пространство двора, оно такое открытое, большое, там прям погулять, как будто это небольшой парк. Но тем не менее он меньше, чем вот предыдущий ЖК. Да, он меньше, да. Но теплые кварталы, там просто больше очередей, здесь очередей меньше. Понятно. А именно двор так организован, построен вокруг, что дворовая территория оказалась большая. А по наполнению где интереснее? Но вот по организации, кажется, это как с квартирами. Бывают квартиры маленькие, да, но они светлые, просторные за счет общего пространства большого и света. И здесь точно так же. А еще там видно озеро Шарташ из окон. Кое-где. Ну, понятно, что какие-то и на другую сторону. Да, что теплые кварталы, что жилой комплекс «Современник», они позиционируются как семейные жилые комплексы. Жилой комплекс «Современник» – это тоже комфорт-класс. То есть такой очень качественный стандарт комфорт-класса для данной территории. То есть от центра недалеко, они друг друга, наверное, даже где-то дополняют. Я вполне могла бы для себя выбрать, если я вижу, что в ЖК «Современник» более подходящая для меня трехкомнатная квартира, они там есть. То есть вот в теплых кварталах мы можем найти, в жилом комплексе «Современники» можем найти еще трехкомнатные квартиры, то я бы тоже его могла выбрать, потому что вся инфраструктура коммерческой недвижимости будет мне доступна. То, что это целый квартал сейчас застроенный, все магазины, все в пешей доступности. Точно так же, как и наш замечательный лицей. А что с ценами на квартиры? Они побольше, поменьше? Ну, за счет того, что это стандарт, класс, а там был комфорт. Почему? Тут комфорт и тут комфорт. У нас все комфорт. Оба комфорт. Да, у нас в этой локации все комфорт, и цены, они от 132 тысяч за квадратный метр до 150-157. Что с мопами? Сегодня мы, наверное, отдельно как-то с тобой не будем выделять какие-то жилые комплексы, у которых будут мопы не такие. У всех в рендерах написано, что дизайнерские мопы. Но в «Современнике» уже можно посмотреть вживую. Да, уже можно посмотреть вживую, там есть данные, да и в теплых кварталах тоже есть. А у меня, кстати, вот коллега с работы живет в жилом комплексе «Современник», ему очень нравится. А вот тот заявленный семейный формат, который был изначально, он сохраняется в этом жилом комплексе. Подземный паркинг есть? Да, подземный паркинг есть. Вообще, мы в этой локации, если будем с тобой выбирать квартиру для клиентов, то мы будем исходить из бюджета и из, конечно, планировочных решений. В целом, все квартиры от 10 до 15 миллионов. На трешке. Теплые кварталы, управляющая компания. По отзывам тех, кто живет сегодня в жилых комплексах, управляющая компания в теплых кварталах работает более качественно, лучше. В чем проявляется хорошесть этой управляющей компании? Они быстро реагируют, у них маленькие коммунальные платежи, они быстро решают вопросы жильцов, крыша не течет. В чем хорошесть? Теплые кварталы, управляющая компания. Хорошие отзывы об управляющей компании в этом жилом комплексе. Они следят за местами общего пользования более внимательно, чем их соседи. И реакция на сообщение достаточно быстрая. То есть у меня есть клиенты, которые живут и в теплых кварталах, и в «Современнике» рядом. И теплые кварталы по ряду параметров по управляющей компании, ну, получают больше похвалы, я бы так сказала.
Жилой комплекс «Современник», застройщик «Стройтек». Да, тоже большой жилой комплекс, который требует качественного управления. Управляющая компания здесь, по отзывам тех, кто уже там живет, работает хуже, чем в соседних жилых комплексах. И выражается это в основном в скорости исправления тех замечаний, которые есть в МОПах сейчас. Все равно люди уже живут, используют все эти места общего пользования. Реакция на сообщения жильцов. И в этом жилом комплексе, как и в других, есть чаты. Вот там больше недовольства. Жилой комплекс «Традиция» от застройщика «Фортис». Здесь интересная особенность, которую сложно иногда объяснять застройщику для жителей. Несмотря на такую очень кулуарную обстановку, это небольшой дом с небольшим количеством квартир. Там, кстати, трешечки есть. То есть ты будешь знать всех своих жильцов. Детская площадка у тебя на крыше. Это безопасно? Да, это абсолютно безопасно. Там высокие стены. Многие застройщики применяют сейчас такой прием. Застройщик очень хорошо на показах это все объясняет, как это будет выглядеть, и рендеры красивые. Но нужно понимать, что этот дом отличается отсутствием какой-то своей вот этой вот отдельной территории. А, то есть это такая точечная застройка, да, получается? Да. То есть какой-то огромного, большого, жилого комплекса хорошего двора его просто нет. Да, да. Это таким образом застройщик решил изначально, выбрана такая концепция дома, там не все было однозначно с жильцами. Вот когда точечный дом, я почему-то всегда считаю, что это больше не семейная история, а какая-то более индивидуальная. Потому что, ну, все-таки детей хочется традиционно отправить во двор погулять, да? Но я понимаю, что на крыше окей, как это будет работать, непонятно. Я не говорю, что это не будет работать, что это плохо. Просто для меня непонятно, почему. Мы просто привыкли к определенному стандарту, даже не шаблону, а стандарту уже жилых комплексов, когда семейный жилой комплекс предполагает большую территорию, большие площадки, ну, и да, так далее. Здесь площадка есть, территория, где погулять, все-таки есть, она просто организована по-другому. И смотри, мы, когда с тобой раньше жили и были маленькие, у нас далеко не всегда у всех домов были свои дворы. И не всегда это нужно было. Даже сейчас есть до сих пор примеры вторички с точечной застройкой, когда люди полноценно выбирают кольцо Екатерины на Вайнера. Хороший пример, когда двора ну просто нет, но зато есть центр города и близлежащие все возможности использования этой территории. В этом случае, может быть, там и не всем этот двор и нужен. И надо понимать, что в этой локации есть хорошие парки. На самом деле до Мира, до Дендрария совершенно недалеко. Можно выйти туда с семьей вечером прогуляться. Это не решает вопроса там плюс или минус. Это просто такая локация с такими особенностями дом. И для кого-то это вполне приемлемая история. Может быть, там мопы самые красивые среди всех ЖК? Очень красивый рендер у Фортиса по вот этому же жилому комплексу. Я бы даже сказала бы, а он еще строится. Я бы даже сказала, что он выше, чем комфорт-класс по картинкам. Я надеюсь, что так оно и будет. И это будет такое очень, знаешь, кулуарная история. То есть за счет этого он хочет вот как бы взять, так сказать, верх, свою высоту над остальными. То есть внутреннее убранство мест общего пользования выше по уровню, чем остальные ЖК, которые мы рассматриваем сегодня, так? В отельном бизнесе есть такое понятие «бутиковый отель». Да. Вот здесь вот такой бутиковый жилой комплекс. Я объясню, о чем идет речь. Когда вы покупаете квартиру в комплексе, в каком-то жилом комплексе, где 5 очередей, несколько свечек там по 25 этажей, надо понимать, это тысячи квартир. Тысячи. Ну, то есть, представляете, какой объем людей, которые утром одновременно там на машинах будет выезжать. Ну и вообще количество людей на квадратный метр там в том же дворе. Когда квартир 100 штук и 8 этажей, это уже совсем другая история. То есть, это более такой кулуарная жизнь. Мы же помним 9-этажки. Наши панельные 9-этажки, да. А мы помним наши хрущевки, в которых мы жили, когда ты знаешь всех соседей с 1-го там по 5-й или по 9-й этаж. То есть есть, смотрите, тоже по управляющим компаниям. Управлять жилым комплексом сложно. Всегда будут недочеты, замечания, недовольство жильцов, всегда. Но одни жилые комплексы явно очень стараются. Я, конечно, вот могу тут явно выделить какую-нибудь управляющую компанию, которая Макаровский квартал обслуживает. И у меня был опыт жизни в жилом комплексе Бажовский, где отвратительная управляющая компания.
Но это ведь мое личное мнение. Можно взять там ряд параметров, по которым сравнить скорость реакции, там, возможности, уборка и так далее, и так далее. Ну, самое очевидное – это уборка территории, чтобы был порядок, никакие там фантики, ничего, там мылись подъезды, грубо говоря, чтобы там грязи не было, да? Ну вот, да, самые очевидные вещи. И поддержание в порядке, ну то есть в том состоянии, в котором сдал застройщик, в общем-то, объект, да? Ну то есть, чтобы там, если стена, ремонт, если стена отвалилась, то надо вовремя ее починить, да? Да, да, да. Плитка отпала, нужно плитку починить. Быстро сделать. Да. Заменить свет там и так далее, и так далее. Соблюдать чистоту, да, безусловно. Ну и системные застройщики большие, у которых большой объем уже построенных жилых комплексов, которые имеют свои управляющие компании, они организуют нормальный поток рабочей силы. У них нету там огромной какой-то текучки, и если у тебя консьерж, то у тебя консьерж один, и у него там перечень обязанностей есть, он их исполняет, ему достойно платят, они с удовольствием идут туда работать и не уходят там каждые два месяца. Это важно. Супер. Парковка есть, да? Да, подземный паркинг. Жилой комплекс B26. Почему B26, да, Блюхера? B26 от компании SKM. Это по сравнению с теплыми кварталами и жилым комплексом «Современник» сравнительно небольшой жилой комплекс. Опять небольшой? Ну, по сравнению с традицией, вот это, наверное, серединка как раз получится. То есть это комплекс, в котором две очереди. Чем примечателен B26? Неплохие, очень прямоугольные, понятные планировки. Тебе это особенно понравится. И в этом доме есть все, что нужно для жизни. Самое важное, самое главное, это все-таки локация для вот этого жилого комплекса, потому что там прям рядышком совсем дендропарк с ним. И SKM вообще отличается как застройщик очень вдумчивым подходом к строительству. Безусловно, все застройщики стараются. И как раз в 2025 году будет сдаваться первая очередь, и будет понятно, мои прогнозы сбываются или нет. А относительно, какие твои прогнозы? Что это будет хорошо, качественно построенный жилой комплекс. Но что там с двором? Какие там мопы? Расскажи, пожалуйста. К сожалению, ничего особенного я такого про них не скажу. Почему? Нету рендеров красивых? Есть рендеры, но эти рендеры, если мы с тобой выбираем там теплые кварталы, современник в этой же локации, то они будут примерно все одинаковые, я про это говорю. Дизайнерские мопы, все есть. И вплоть до лапомоек. Ага. А размер двора? Не очень большой двор. Опять-таки, в сравнении с другими жилыми комплексами в этой локации. Ну, мы выяснили, более... что у кого-то вообще двора нет. Да. Но вот этот жилой комплекс отличается тем, что он более компактный, но достаточно высокий. Там большие высотные дома будут стоять. А сколько домов и сколько этажей? 4 дома. Планируется в каждой очереди по 2. Башня, третья, это будет вообще башня высотка 30-этажная. Угу. Вот. По территории, по рендерам сегодня тоже детские площадки с деревом, с дизайнерским подходом, озеленение, благоустройство. Когда мы говорим о таком качестве упаковки и строительства жилого комплекса, то это будет такой комфорт-комфорт со всех позиций, как мы на него не посмотрим, и по планировкам, и по комплекции, и все. Но B26, надо просто понимать, что это высотные здания, там большие многоэтажки. Но я так понял, что у них самая крутая локация. Или я неправильно понял? Она мне нравится, я бы так сказала. А, ну это твой критерий. Да. У B26 мне нравится локация. Один из важнейших параметров – какая управляющая компания? Я просто расскажу историю, извини. Давай. Значит, один заказчик мне рассказывал, я в таком воодушевлении купил квартиру в новом доме, сделал ремонт. И вот вы представляете, сейчас я ее продаю. Продаю, говорит он, квартиру, столько денег вложил. Я спрашиваю, почему, Иван, говорит он, ты не представляешь, насколько может отравить жизнь управляющая компания? У SKM просто не так много объема жилья для того, чтобы можно было квалифицированно дать оценку. То есть хорошо они управляют, плохо они управляют. Потому что даже те жилые комплексы, которые уже есть, это все равно точечная история. То есть, например, у Атомстройкомплекса можно однозначно сказать про управляющую компанию. Плохо, хорошо, где какие замечания, там есть уже определенные наработки и истории. В общем, мы с тобой еще немножечко подождем, да. Соберем информацию, и тогда уже сможем более объективно
или хотя бы хоть какую-то информацию для вас предоставить. Все-таки, Валерия, вот есть 4 ЖК, про которые ты нам сейчас рассказала. И вот мне как покупателю, ну допустим, я покупатель, мне нужно как-то с этим определиться. На что в первую очередь надо обращать внимание? Вот ты мне обзор по 4 провела. Что вот ты мне сейчас? Планировки покажешь? Во-первых, я тебе покажу планировки. А во-вторых, я еще раз обращу внимание, что все эти жилые комплексы комфорт-класса, они будут плюс-минус похожи. А где ты будешь чувствовать себя комфортнее? В маленьком доме, где ты знаешь всех соседей, или тебе нужен большой объем, много людей? Маленький муравейничек или большой муравейник? Да. Потому что там жилой комплекс «Современник», тоже 8 домов. Представляешь, какая детвора, целые банды маленькие будут собираться. Это те параметры, вот это я могу выбрать, да? То есть, вот, ну, в смысле, как покупатель, то есть, что мне ближе, да? То есть, понятно, я локацию там для себя выбираю, понятно, я выбираю, какой мне двор там нужен, да. Ты мне это все как бы рассказываешь. Вот, мне надо от тебя вот планировки посмотреть, ты говоришь, вот это. Но ты, вот... Моя задача правильно с тобой поговорить так, чтобы выяснить, где тебе точно будет лучше. Потому что ты можешь думать, что тебе хорошо будет в большом жилом комплексе, но проведя беседу, мы с тобой придем к выводу, что все-таки нет. И ты просто в этих жилых комплексах никогда не жил больших, а просто мимо них ездил и посмотрел, какой он классный. Валерия хитренькая такая, она хочет уйти от прямого ответа, потому что правильно делает, она должна выяснить все ваши потребности. Но мы сейчас поступим еще хитрее. Валерия, представь ситуацию. Тебя выселили из твоей квартиры, ну вот гипотетически, и тебе нужно выбрать сейчас ЖК, один из этих 4, чтобы жить тебе, твоей замечательной семье, с комфортом, в общем, со всеми удобствами, к которым ты привыкла, и т.д., и т.п. Что ты выберешь? Я такой человек, очень коммуникабельный, мне важна инфраструктура. Я выберу один из домов теплых кварталов невысокой этажности, посмотрю, подходящие есть ли там планировки трехкомнатных квартир для меня. Если там не будет, посмотрю современник. Наверное, к СКМ-дому Б26 я присмотрюсь. Просто я знаю, что там нет трехкомнатных квартир сейчас уже в продаже. Какая печаль. А может быть, можно объединить однокомнатную? Может быть, да. Но просто в теплых кварталах есть, я бы начала с них свое исследование. Отлично. Спасибо тебе большое. Друзья, пишите в комментариях, какой из этих жилых комплексов, по вашему мнению, наиболее интересный, ну, конкретно для вас. Напишите, пожалуйста, вопросы, которые вас интересуют. Возможно, мы их не осветили, и я думаю, что в комментариях Валерия будет отвечать. Да, Валерия? Да. Обещаешь? Обещаю. Спасибо тебе большое. Всем пока. Лайк поставьте, на колокольчик нажмите, подпишитесь на канал. И до новых встреч.